Всем приветики! И так как я поняла, что никому не нужны длинные рассказы о том, как мы проходили интервью, никому это не интересно, поэтому в двух словах. Интервью переносилось огромное количество раз. Интервью у нас длилось в общей сложности 8 часов. Да, 8 часов. Плюс мы приехали за ответом, ответа не было. Спустя несколько дней нам прислали письмо на почту о том, что ответа нет, и нас вызывают на повторное интервью. У нас было повторное интервью, которое длилось... Сколько оно длилось? Ну, само интервью, наверное, часа полтора длилось. И после этого мы попросили уже, чтобы не ездить за ответом, прислать нам его на почту. Нам прислали ответ на почту, и 13 апреля мы получили свой результат с одобрением, мы получили политическое убежище. И весь этот кошмар и ад, который длился очень-очень долго, он закончился. Так что результат такой, что политика получена. И в нашем случае получали мы ее довольно сложно. Один из самых тяжелых случаев, скорее всего. Так что вот так, в двух словах просили, в двух словах и отвечаю. Не буду отвечать ни на какие вопросы, никакие расспросы, как что было, что происходило. Большинству это не интересно, ну и зачем мне тратить на это время. Поэтому вот он наш результат. Всем пока-пока!